Мы много раз наведывались в село Покровское сельского поселения Большерогачевское. Нас встречала придорожная полуразрушенная Покровская церковь, покосившиеся избы и мычание голодных коров. Как встретит село в этот раз? Много лет назад через Покровское проходил большой торговый тракт, по которому купцы возили товар из Москвы на север и обратно. Еще в период коллективизации в Покровском возник свой колхоз, было построено несколько телятников. Село обновлялось и расширялось. Открыли сельский клуб, в котором организовали драматический кружок. Деревенские актеры с удовольствием ставили пьесы и показывали их в соседних селах. Это наследие чудом удалось сохранить до наших дней. Покровский сельский клуб совсем старенький и нуждается в капитальном ремонте. Его небольшой коллектив всеми силами поддерживает культурную жизнь, подбадривает стариков и учит жизни молодое поколение. Всего один специалист работает в клубе, но, говорит заведующая Анна Васютина, справляется. У нас работают кружки, 4 кружка, и для детей, и для взрослых, и бабушки собираются, праздники мы проводим. Все сельские праздники проходят в Доме культуры. Вот недавно, 14 октября, мы отмечали совместный праздник, День пожилого человека, хотя он 1 октября, но мы все совместили вместе с церковью. Совместный праздник получился, Покров. И благочинный приезжал из Рогачевского церковного округа, Алексей, глава администрации у нас был, Михаил Николаевич Хохлов, обязательно каждый год приезжает. Поэтому более 45 человек. Это было хорошо, весело. И все ушли с хорошим настроением. Потом разный Новый год обязательно. Ребятишки. На Новый год бывает так, что даже и места нету, куда посадить. Поставить даже некуда, очень много. Соседних деревень привозят и детей. И елка получается большая, подарки. Администрация уже 3-й год нам предоставляет подарочки небольшие такие сладкие детям. И те, кто не ходит в садик, и те, кто приходит на праздник, каждому ребенку мы вручаем небольшой сладкий подарок. Это каждый год в списке составляем. И потом Масленица, День Победы. И День Победы, это митинг. У нас был не только наш внутренний митинг, а проводили мы, прошлый год проводили, это свеча памяти. Это когда сельское поселение, объезжают все наши памятники по сельскому поселению, и большой-большой митинг. В здании клуба сохранилась и сельская библиотека. Много лет ее возглавляет Ольга Цыганова. Она с удовольствием рассказала о своем литературном фонде, который насчитывает 6500 книг. Есть здесь и старые книги, и новинки. В библиотеку приходят в основном школьники и пожилые люди. Особое место в библиотеке отведено под военную тему. В большом списке погибших в годы Великой Отечественной войны значатся фамилии коренных жителей – Комаровых, Слеповых, Кудряшовых, Смирновых. Кстати, в день нашего приезда Ольга Цыганова готовилась отпраздновать свой день рождения. Ходят люди, ходят, библиотека населения необходима, школьники берут школьную литературу. Но порой не удается удовлетворять запросы читателей. Езжу в Рогачевскую библиотеку, вот, мне там помогают, подбирают литературу, и я вот... Книга – это книга. Это интересно, и всегда будет книга. Есть книжные новинки, есть и поступает и детская литература, что-то новенькое. Вот. Периодика у нас есть, газетки, журналы. Наши районные, Север Подмосковья, Дмитровский вестник мы получаем.
журналы тоже такие, работница, приусадебное хозяйство. Ну, то, что касается вот сельского населения. В двух шагах от клуба фельдшерско-акушерский пункт. Много лет здесь работает заведующая Наталья Поливанова. За 20 с лишним лет через ее руки прошли три поколения сельчан. После Нового года к ее многочисленным медицинским специальностям прибавится фармацевт. Нет претензий со стороны населения? Нет, 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 они... За меня, я за них. Вот. У нас одно, да, одно семейное, да, вот у нас нет. Скажите, вот такая одно время беда была, ФАПль, либо не было изначально аптечных пунктов, либо они лишались этих пунктов. Нет, это очень важно. Аптечные пункты были у нас. Ага. Потом пошло реорганизация или что-то такое, что аптеки стали переходить в частные организации. И у нас был частный предприниматель, который нам возил лекарства. Но так как мы были очень отдаленные, ему было это невыгодно. И он прекратил с нами договор, этот расторг, и прекратил. Но сейчас у нас Лариса Александровна Великджанина, главный врач, она открывает, мы отучились, у нас есть удостоверение, и она открывает сейчас аптечный пункт. И до конца года у нас должен открыться аптечный пункт. Лекарства будут все государственные, все по государственной цене. Не будет у нас никаких коммерческих. И вот дошколяты все находятся у меня. Вот тут картотека находится. Вот все дошколяты до школы. Я веду всех вот до школы, до садика, до школы. Делаю выписки все вот в школу, в садик вот это. Ну, все хирургические, педиатрические, акушерство, терапия, все это на мне. Большое спасибо Михаилу Николаевичу, главе администрации. Отремонтировали крыльцо. И у нас были, не было поручней, ходить нельзя было, невозможно. Пожилые это. И он нам вот помог. «Монолитстрой» нам обеспечил материалом и рабочими, и нам отремонтировали крылечко. В советские годы руководство совхоза «Рогачевский» построило в селе молочную ферму и жилой фонд для ее работников. Три двухэтажки изрядно постарели, и каждый год приходится ремонтировать. Весь жилой фонд села греет в зимнее время единственная котельная на дизельном топливе. Много лет назад система горячего водоснабжения была разморожена. Ее так и не восстановили. С холодной водой у нас немножко перебои бывают. Ну, Ольга Владимировна уже об этом говорила. Ну, а так, газ, надеемся, будет у нас. Так, у нас отремонтированы подъезды. Так, ну, ничего, живем хорошо, да. Двухэтажные дома время от времени заправляются привозным сжиженным газом. В рамках проекта газификации села уже построены ГРП и ведется согласование с владельцами земельных участков. Мособлгаз планирует запустить газ низкого давления уже в следующем году. Есть проблемы и с электроснабжением села. Старый трансформатор уже не справляется с нагрузкой. В селе 365 домовладений. В зимнее время многие семьи включают электрообогреватели. Именно в это время напряжение падает до аварийных 170 вольт. Молочная ферма агрофирмы Рогачева продолжает свою работу. Несколько лет назад хозяйство возглавила Раиса Гордеева. Но она не смогла пока вывести его на рентабельность. Среднесуточные надои от одной фуражной коровы составляют всего 14,5 литров, а зарплаты доярок не превышают 20 тысяч рублей.
По соседству с фермой поблескивает своими позолоченными куполами Покровская церковь. Она была разрушена и разорена еще до войны, а в 90-е годы местные власти устроили в ее помещении спортивный зал. И лишь недавно на средства прихожан и жертвователей в храме начались восстановительные работы, возобновились церковные службы. С июля этого года бригада молдавских рабочих приступила к строительству колокольни. К Новому году она должна быть построена. Каждый день на стройке настоятель Покровского храма священник Владимир. Именно по его инициативе в Покровском началось восстановление храма. В селе почти нет работы, по этой причине молодежь уезжает в города. И это, наверное, самая большая беда русской деревни.